пришли на референдум. А нам надоело, как по нас стреляют с украинской стороны. Убивают людей, расстреливают село мирное, где нету даже никакой ни техники, ни танков. Это нам просто надоело, мы отсюда уехали. Огонь по мирному населению. Да. Да, обстреливает мирное население. 2,5 часа стреляли. Мы сидели в подвалах, и это не один раз и не одну ночь. Это все уже просто надоело, уже просто сил никаких нет. А чего вы ожидаете от референдума? Ну, мы ожидаем, что будет лучше все-таки. Для нас мы уже хоть немножко пожили, для детей, для внуков. Это что будет все равно лучше. Это все равно рано или поздно должно кончиться. Это же вообще кошмар какой-то.